Василеостровцы готовятся к лыжне России и морской миле. В районной администрации на коллегии рассказали о спортивных планах на 2017 год. Главное физкультурно-зимнее событие Василеостровского района – районный этап лыжни России. По плану гонки состоятся в феврале и в другом районе, там, где будет снег и трассы. А в апреле на острове впервые проведут турнир по боксу среди дружинников. Этот турнир, потому что дружина только-только она образовалась, и провели такой, скажем, полупрофессиональный турнир. Но на следующий год уже мы будем делать этот турнир на Кубок главы ежегодный. В августе ветеранские команды по волейболу встретятся на традиционном открытом турнире Александра Тулева. В сентябре в пассажирском порту «Морской фасад» пройдет праздник спорта «Морская миля». Участники будут соревноваться в легкоатлетических дисциплинах и парусной гонке, а победителей наградят круизами.